находимся внизу Смородинского спуска. Мне всегда было интересно посмотреть, что же лежит между Подольским спуском и Смородинским. Сегодня мы отправимся в это небольшое путешествие. Наш путь пройдет вдоль местности под названием Леплиновка. Она так названа от того, что тут была клиника и усадьба принадлежала доктору-психиатру Леплинову. То есть Леплиновка внизу, там, где сейчас скверик под Подольским спуском. А мы будем идти как бы между этой котловиной. Я забыл побриться, да. И между Смородинским спуском, Подольским спуском и Леплиновкой. Будем восхождение. Так, сейчас мы выходим на Смородинский спуск. Вот тут раньше была, в 30-х годах была дорога. Вот ее следы. Овраг уже осыпался, вот такие откосы склонов. Вот очень такое живописное место. Сейчас мы чуть вниз спустимся. Огромные склоны. Склоны Смородинского спуска, его мыса, северная сторона. Там находится Змеева пещера, еще некоторые засыпанные пещеры. Давайте посмотрим назад. Вот такой вот был поворот давней дороги. Она прослеживается на картах 1930-х годов и аэрофотоснимках. Аэрофотоснимки 1943 года. Немецкий аэрофотоснимок есть. Вот так вот она изгибается, идет туда наверх на плато. Но сегодня наш рассказ не об этом. Как всегда, при уборке мусора на местности, этот мусор всегда следует поискать где-то рядом. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот мы выходим противоположный склон оврага. Вот там находится Подольский спуск. Мы же двинемся вдоль забора. Вот по мокрому у меня не получилось там обойти, поэтому я попилил в обход по Леплиновки, по улице Фрунзе, которая раньше именовалась Кирилловской, сейчас так именуется. Мы приближаемся к скверу. По лестничке мы выруливаем на внизовье Подольского спуска. Напротив будет психбольница имени Павлова. А нам не туда, а вот туда. Леплиновка слева. Ну что мы видим? Мы видим дом в самом основании ложбины. И теперь идем вдоль Подольского спуска в надежде, что слева мы потом свернем и найдем что-нибудь интересное. Кроме крыш, гаражей и куч мусора, которыми таровато здешняя местность. Подольский спуск был искусственно прорыт на некогда цельном склоне в 50-е годы. Вот уже здесь мы, если заглянем вниз, мы увидим такой довольно крутой обрыв. Не знаю, насколько камера показывает высоту и отлогость, но двинемся дальше. Вот я свернул в сторонку. Дома Леплиновки внизу там, дворы. Вот, ну а тут какой-то такой раскоп забросан на листьями. Не знаю, зачем тут рыли, что тут
рыли просто за обочины. Вот дали склон такой по крутизне, но вот такой градусов, не могу прикинуть сколько, какие-то вымоины. Недавно прошел дождь, и очень скользко. Я мог бы выбрать, конечно, лучшую погоду для вылазки, но так уж получилось. Вот еще какой-то оползень. Я не собирался сегодня лазать. Вообще, я еду к бабушке на Лукьяновку. Но попутно снимаю. Вот такой вот тут обрывчик лесовый. Вообще, я предпочитаю слово суглинок, но археологи любят говорить лес. Отличие леса от других суглинков в том, что лес как бы проникнут капиллярами, через него легко проходит вода, самый низ, до какого-то водонепроницаемого слоя, и потом уже она по нему начинает стекать к поверхности склона, и там образуется родник. Так, если я камеру не выключу, я не поднимусь. Поэтому выключаю камеру. Между тем, тут всего в 10 метрах от склона в лоне цивилизации бойко проезжают троллейбусы и различные автомобили, которые сокращенно именуются иномарками. Вот. Мы продолжаем следовать. Мы уже выше крыш. Хорошая крыша летает сама. И в самый низ, и в самые верха. Вот тут уже склон такой, что я бы в такую погоду тут спускаться не рискнул. Снова какие-то небольшие обрывчики. Мы же следуем далее вдоль подольского спуска. Надо будет еще сходить потом. Надо будет сходить еще потом вот туда, направо, в сторону Репехового яра. Мы там уже были, но хорошо бы еще. Вот тут очень классно. Склон почти отвесный, уходит в самый низ. Но кроме самого этого склона тут нет ничего интересного. Двигаемся дальше. Приветливо мигая электронным табло, проезжая троллейбус с площади независимости. Мы же продолжаем идти дальше. Ливневка. Вбрасывается мусор сюда. И тут уже начинаются некие террасы. Заманчиво спуститься вот на ту, но очень скользко. Давайте мы пройдем так по мусору и посмотрим, можем ли мы спуститься более благообразным способом, не рискуя съезжать на задницу. Ага, вот дренажный колодец. А нет, не колодец еще, это ливневка сворачивает и идет куда-то в бок. Ну что же, последуем по ходу ливневки. Хотя почва крайне скользкая. Не устаю это повторять. В обычном режиме нефиг делать, ходить. А это опасно. Так, ну мы видим, что ливнет вот. Не шибко это работает сейчас. Вот слева замаячили, вероятно, обзорные колодцы дренажной системы. Вот они
такие. Судя по всему, тут давно никто не бывал. Потому что бетонные плиты, просто их не отодвинешь. Ну, вот еще, вероятно, тут основной вход был. Даже поднатужившись, я не смог отодвинуть бетонную плиту. Вероятно, не туда толкал. Вот тут мы видим пологий склон. Вероятно, это какой-то старый спуск. А я сейчас обойду и поднимусь вот туда. Посмотрим, что там. В принципе, там то же самое, что и здесь. Желтые листья кленовые. Может не обходить, а так сейчас попробуем так. Длинный кадр в духе Стэнли Кубрика. Попремся так, или же я приметил тут и два заметную тропку. Ну давайте, что ж, зря что ли иду. Давайте по тропке этой поднимемся. Полное прохождение склона. Вот она идет по таким, она едва заметна, но тем не менее существует. Или мне это только кажется, это просто замануха такая, чтобы я шел, а потом начал отчаянно крича ехать вниз. И в конце концов падение. Так, ну что же, пока мы идем вполне хорошо. По ковру осенних листьев. Так. Время от времени я буду кряхтеть, потому что тут, вот тут лезть сложновато. Нужно что держаться. Потом замечательно пахнет прелой листвой. Осень дарует нам свои ароматы. Болтовня помогает сконцентрироваться. Бросим взгляд на окрестности. Какая картина. Тут здорово зимой съезжать на санках. Гладко. Но мы все еще не выше деревьев. Наша задача вознестись еще выше. Вот это скоро будет тот самый отрог, куда я хотел попасть прямо со Смородинского спуска, а не получилось. Потому что мокрого. Так, вот мы на кромке склона этого. Чудовищная высота. Вот мы вровень с высоткой. Там зеленая такая, зеленеет. Высотка. Вот. За нашей спиной несколько в отдалении Подольский спуск. А мы идем по кромке давнего холма. Вот высота колоссальная. Не знаю, насколько ее передает камера. Вот дом. Восьмиэтажный дом. И мы находимся на уровне его крыши. Будь по суше, я бы рискнул здесь спуститься.
я решил отправиться по кромке дальше, чтобы посмотреть, куда она приведет меня вместе со мной и вас. И вскоре я вышел к весьма живописной груше Дичке, которая, как оказалось, стоит на почти самом краю холма, и за нею открывается вид на Смородинский спуск. Вот куда бы я забрался, не будь столь мокро. Вниз сходит небольшая тропка, но мое внимание больше привлекает склон, направленный к Липлиновке. Мы сейчас спустимся на терраску чуть ниже, и я поясню, почему меня заинтересовала эта часть склона. Так, внимание, возможен скоростной спуск. Так. Нет, это не было то пояснение, на которое вы рассчитывали. Это был вопль ужаса. Особый краеведческий шаг. Называется мелкоступие. Им можно преодолеть любой склон. Раз, два, три, четыре. Каждый четный шаг ввинчиваем в почву. Так, что же привлекло здесь мое внимание? Наметанный глаз краеведа. Вот видите, тут спускается как бы вал. Небольшой такой валок. О. Вот как это выглядит. Груша Дичка, мыс, вот мыс, такие спуски, тут вот тут спуск тоже Смородинскому спуску. А вот здесь любопытная штука, возможно, тут была когда-то пещерка, а сейчас мы нашли нычку наркоманов, использованные шприцы. Да. Там есть какой-то проход. Фух. Вот это вот место, вот это вот, вот так вот, очень напоминает обвалившийся вход в пещеру. То есть тут вход, а тут вал идет такой по кругу, по кромке. Сейчас я попробую фонарик включить. Как-то фонарик включается, включен. Ну, нифига же не осветится, кроме этих шприцов, но... Не, это... Ничего так не сможем, не, к сожалению. Ладно. Фу, еще и мобилу запачкал в земле, которая всем надлежит готовиться. Так, ну что же, любимая присказка моя. Ну что же. Так. Вот. Ну тут явно что-то было, вот мне так кажется. Волок этот. Позади меня был вот такой отвесный склон, тоже весь усеянный листьями. Смородинский спуск. Тут больше смотреть не на что, будем подниматься. Но я хочу подняться вдоль кромки, а поднявшись, мы свернем к Подольскому спуску. Почему я иду там, где подниматься неудобно? Потому что тут может быть что-нибудь интересное.
Вот большой заплесневевший лист поролона. Мусор, который притащили сюда бомжи. Надо выбираться. Так, вот. А может быть, я зря принял часть вот это вот. Это может быть как берег вымоенный, так и, собственно, какой-то вал. Может быть, тут раньше спускалась дорожка к неким деревянным лестничкам. Это нельзя исключать. Так. Вот тут под корневищем груши что-то копали. Там листья. Хорошо, выбираемся. Цивилизация. Снова будем идти по кромке. Это уже верхняя, опять же, кромка. Мы поднялись опять на верхнее плато. И идем по кромке к Подольскому спуску. Слева находится Смородинский спуск. Впереди Подольский спуск. Вот там строится, вот, зеленеет, особое зеленеет стройка, вернее, забор стройки коллектора, который тянется аж с Виноградаря. И вот там, ее отсюда не видно, Змиева пещера, она же Кирилловская. Но поскольку профессор Антонович и тоже профессор Рогович в окрестностях нашли более чем одну пещеру, около 20, то резонно предположить, что пещеры могли быть и на этом склоне. Вот тут какая-то ложбиночка тоже есть. Что за ложбиночка? Тут мог быть вход в пещеру, а мог и не быть. Уже никто не знает. Вернемся на Торный путь. Так, вот вид вниз, там внизу забор стройки коллектора, весьма отвесный склон. Так, смотришь, вот стоит чуть-чуть ступить, и уже все. Вот тут довольно однообразно я снимаю кадры, потому что склон. Склон интересен тем, что хорошо бы по нему спуститься и осмотреть поверхность склона, потому что сверху иногда не все пещеры и прочее заметно. Вот тропка идет параллельно Подольскому спуску, параллельно же Смородинскому, к месту их смычки у поворота, куда некогда примыкал Мишин переулок. Вот мы двигаемся дальше. И любопытная вещь. Вот уже Смородинский спуск. Тут в нем две малые пещерки, мы их вам показывали в Киевской амплитуде, но сейчас их несколько раскопали. А вот яма, вот тут что-то тоже раскапывали. Вот эта яма характерная для раскопа пещеры, то есть вот тут мог быть вход, а тут пещера, но ее крышу срыли просто. Вот соседний мыс, собственно, логово Змиева там, а тут две малые пещерки. Сейчас мы перебежим вот так вот, опа.
Сейчас на них посмотрим. Вот они. Вот они. И я не буду удовлетворять ваши любопытства и лезть сейчас в них. Они хорошо показаны уже в фильме «Логово Змеева» в серии «Киевская амплитуда». И вообще я спешу к бабушке. Я это снимаю на пути проведывания бабушки на Лукьяше. На Лукьяшу. Вот. Раньше вот к этой вот пещере было добраться относительно просто, а ко второй сложновато. А потом ко второй сделали карнизик. Вот. И стало перебираться проще. Давай посмотрим. Вот там ощутимо виден этот карнизик, вот он так идет, загогулины. А раньше сложно было. Кстати, если будете лезть туда, то проще потом подниматься вот так, оп, и на склон, схватившись за кусты сверху. Вот там кусты есть, вот за них хватайтесь и лезьте вверх. А идти туда проще все-таки по этому карнизику, показанному опавшей листвой. Ну что, справа от нас подольский спуск. Мы все, что я хотел для себя узнать и показать вам, я снял и показал. Так, как лучше выбраться на подольский спуск? Вот, сейчас мы пройдем сюда. Это поворот смородинского спуска. А я по этой тропке сейчас выберусь на подол, падаю. Скользко. И, ой, на какой? На подол. На подольский спуск. И к улице Обручской. И вперед. Так, выбираемся. Ова! Ведутся дорожные работы. Ограничение скорости 40 км. Иначе вас закопают.